Обзор по паре новозеландского доллара к американскому доллару, часовой график. Новозеландская валюта в течение торгов в понедельник продемонстрировала небольшое коррекционное движение, что причиной чего стала фиксация прибыли участников, открывших ранее позиции на продажу. Это привело к небольшому восходящему движению на данном рынке, и как можно заметить на окончание сегодняшней азиатской сессии, начало европейской сессии, котировки вернулись вновь к уровню поддержки 68.81, что не исключено может стать площадкой для очередного восходящего движения на данном рынке. Следует отметить особенности поведения цены на более старших таймфреймах. Так, на дневном графике цена достигла уровня поддержки 68.81. А в свою очередь на 4-часовом графике следует отметить характер поведения цены, то есть четкое нисходящее движение без каких-либо коррекционных движений. И в свою очередь также тот факт ослабления динамики падения на данном рынке в виде формирования конвергенции между ценами и индикатором MACD. Все данные факторы выступают за заключение краткосрочных сделок на покупку от уровня текущей поддержки 68.81 с фиксацией у сопротивления 69.70. Данный уровень на дневном графике представляет собой сильное сопротивление, некогда поддержку, а учитывая общую динамику нисходящего движения на данном рынке в среднесрочной перспективе, ожидаю продолжения нисходящего движения после достижения данного уровня сопротивления.